Сервер Абдуразаков, 7-й микрорайон Бахчисарая, переехал несколько лет назад. Получил участок, приступил к строительству дома. Но радость от новоселья была недолгой. Молодой семье пришлось столкнуться с рядом проблем. Улица, на которой строятся Абдуразаковы, изолирована от коммуникаций. Участки были выведены вообще при Украине в 2011 году. Госакты на кадастровый учет уже был поставлен при России. И получается, на данный момент это новый массив. Хотя 7-й микрорайон уже образован в 90-х годах. Улица Джарты, Дареко и переулок Мангуп, они относятся к 7-му микрорайону Бахчисарая. 9 лет назад репатриантам здесь выдали более 100 участков. Однако построить дома смогли пока лишь трое. Новый массив отрезан от цивилизации. Сразу три беды – нет воды, газа и дорог. Условий для нормального проживания практически нет. Водоканал отказал, он явно дал понять, что так как их сетей здесь нет, то точки подключения не будет. И у них в плане строить здесь что-либо нет. Сетей прокладывать нет. Предлагали освоить временную сеть водоснабжения за собственные средства, но это все становится... Не укладывается наш бюджет. Не только изучить проблему, но и помочь бахчисарайцам. С этой целью представители Госкомнадзора встретились с местными жителями. Каждому дому поставить краны, счетчики. Ну, то есть это выходит большая сумма. Теперь проблемы жителей микрорайона под личным контролем руководства Госкомнадзора. Будем содействовать жителям уже в целом подведению сетей водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ну и в дальнейшем уже строится дорог с твердым покрытием. По итогам встречи создана рабочая группа из числа жителей массива. Уже на этой неделе состоится первое совещание в Госкомнадзоре. Айша Шулакова, Сабрия Алимова, Эрвин Эмиралиев, телеканал «Миллет».